Ждали и дождались. Единоборцы Омской области празднуют новоселье. Новую прописку по адресу Вавилова, 45, получили сотни поклонников тэквондо, бокса, карате и других зрелищных и популярных в регионе видов спорта. Первые в новом доме гости – почетные, с пожеланиями и поздравлениями. Ребята, я на вас надеюсь. Будущие олимпийские чемпионы сегодня здесь. С праздником вас, с наступающим Новым годом. Удачи всем! Областные и всероссийские турниры по греко-римской борьбе, кикбоксингу, боксу, дзюдо теперь смогут принять и больше участников, и больше зрителей. Трибуны центра насчитывают более 500 мест. Основная цель была создать такой центр, который бы соответствовал международным стандартам. Это проведение и соревнований более высокого класса, чем сегодня есть. Турнир на имени Алексея Тищенко, который мы проводили в СК «Иртыш», я думаю, мы можем спокойно здесь являться и уже делать формат два раза значительнее, чем прошел у нас первый турнир. И, соответственно, чем будем заниматься, я думаю, и здесь это будет два раза красочнее, два раза интереснее. В Омске это единственный комплекс для проведения тренировок и соревнований по спортивным единоборствам, отвечающий всем современным требованиям. В этом зале будут проводиться чемпионаты и турниры, а этот – тренировочный. По словам ребят, просторный и очень удобный. Очень нравится здесь, потому что здесь очень много спортсменов, то есть есть, так сказать, возможность познакомиться с кем-то другим, пообщаться. Вот. Ну и побыть просто со своими там, друзьями, сверстниками. Очень хорошо, все комфортно, очень впечатляюще, душевые все это, очень хорошо. Да, нужно нам, чтобы было больше места для спорта, чтобы тренироваться. Дополнительно центр будет оснащен специализированным оборудованием и тренажерами. По словам министра спорта Александра Фабрициуса, уже в феврале секции единоборств заработают в полную силу. Максимально комфортно и эффективно. Очень приятно, что здесь как раз такой новый центр. На этих улицах, в этом квартале нету спортивного комплекса, который сейчас как раз мы открыли, центр единоборств. Но к весне, к первому кварталу у нас здесь появится огромный комплекс. Это центр единоборств, это велоцентр, это центр олимпийской подготовки, обзышорди и акробатика. Поэтому огромное количество детей будут здесь заниматься. И мы надеемся, что здесь появится еще один огромный спортивный центр.